Следующий большой вопрос – это вопрос развития придорожного сервиса. Строим новые дороги, однако существующие сегодня 2500 различных разрозненных объектов сервиса не соответствуют утвержденным в прошлом году национальным стандартам по придорожному сервису. Согласно программе «Нурлыжол» до 2020 года на основных автодорогах на первом этапе будет размещено 260 объектов сервиса, соответствующих стандарту. По согласованию с акиматами утверждена схема расположения данных объектов. В целом из 260 объектов сервиса 91 будут соответствовать категориям А и Б, в которых будет оказываться весь спектр необходимых услуг. Это и гостиничные услуги, торговые центры. Остальные объекты будут соответствовать категориям С, в которых предусмотрены стоянки, пункты питания и розничная торговля.